творим, про меня зовут Серджио, он из Ибро. Сразу же бери подписываться на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Ведь придет время, Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Лучшей банде на Ютубе, между прочим. И сегодня, банда, у нас непростое видео, потому что сегодня мы попробуем возродить мертвеца. Это самое масштабное видео, которое мы только делали. Потому что сколько всего нужно делать, чтобы возродить мертвеца. И сама только идея видео возрождения мертвеца. Это же просто жесть, банда. Думаю, за это видео вы уже можете поставить свой лайк. Так что, банда, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, мы покажем, насколько наша Суприм Банда сильная. Добро вам не послышалось, мы реально сегодня будем возрождать мертвеца. С помощью двух серп некроманта, которые у меня уже были. Если вдруг ты, банди, не знаешь, что такие некроманты, то это те люди, которые могли общаться, возрождать и оживлять мертвецов. Все, что связано с мертвецами, это некроманты. Вы не поверите, банда, но мне как-то удалось выхватить две серьги некроманта. Банда, с помощью этих двух серп некроманта мы можем как-то возродить маленькое существо. Небольшое маленькое существо. К примеру, цыпленка. Я думаю, это, банда, будет интересно, так что погнали, возрождаем мертвеца в 3 часа ночи. Окей, банда, но для того, чтобы возродить цыпленка, нам нужно найти где-то перья. Естественно, у меня нету перья, но есть кое-что другое. У меня есть подушка. Она очень старая, ну, конечно, нового образца, но я видел лишь так, как меняли вот это полотно. В середине, банда, здесь настоящие перья настоящих куриц. Только нужно аккуратно, банда, взять перья где-то здесь сверху, чтобы все перья было лишь одной курицы. Иначе у нас не получится возродить мертвеца. Также, банда, нам для этого понадобится нарисовать пентаграмму. Вот здесь. На этом белом полотне мы сегодня будем рисовать пентаграмму. Это будет интересно, банда. Я надеюсь, у нас получится возродить мертвеца, потому что, как говорили в тех книгах, в тех старых древних книгах, которые еще читал в детстве. Да, банда, у меня есть свои скелеты в шкафе, я в детстве читал много мистических книг. Так вот, банда, как говорилось в тех книгах, нужно оживлять или же возрождать уже мертвого. Но поскольку, банда, мы снимаем видео на YouTube, я не могу показывать мертвецом ни мертвых животных, ни мертвых людей, тем более. Я могу только взять это и попробовать как-то возродить живое существо. Не знаю, ли у меня то получится, но нужно попробовать, банда. Что ж, банда, начинаем, ждем 3 часа ночи и начинаем возрождать мертвеца. Погнали! Окей, банда, я пытался как-то аккуратно взять эту подушку, чтобы ее особо не трясти, чтобы перья не перемешалась. Я пытался аккуратно взять сюда поставить. Так, теперь нужно так же самое аккуратно взять ее здесь где-то разрезать. Окей, банда, вот так вот это все выглядит. Мы разрезаем подушку. Окей, посмотрите, как много здесь перья. А я же говорил, что это старая подушка. Здесь настоящие перья, а не которые сейчас делают не настоящие. Нужно аккуратно взять немного перья, чтобы мы смогли возродить птенчика. Нужно будет это все перебрать. Вот этих оранжевых здесь точно не должно быть. Окей, банда, мы немного взяли перья. Вот так вот оно выглядит. Посмотрите, сколько здесь. Надеюсь, это все перья с одной курицы, потому что если не так, то у нас ничего не получится. Я очень надеюсь, что здесь все с одной курицы. Уже, банда, 3:03, 3 часа и 3 минуты. Самое время, чтобы уже брать возрождать мертвеца. Господи, это самое масштабное, что мы только делали, и самое опасное. Потому что без понятия, какие могут быть последствия, я не знаю, что может потом произойти. Но я знаю точно, что у нас должно все получиться. Начинаем. 3:04, мы возрождаем мертвеца. Окей, банда, эту миску с этим перьем мы положим в середину пентаграммы, которую мы позже нарисуем. Как-то вот так. Вот так оно здесь будет лежать. Дальше нам нужно теперь нарисовать пентаграмму. Окей, банда, пентаграмму будем рисовать маркером. Черный маркер, надеюсь, это будет нормально. Что ж, тогда рисуем. Значит, сначала нам нужно нарисовать это как-то. Как-то вот так. Окей, одна сторона пентаграммы будет вот так. Следующую мы рисуем вот так. Ведем сюда. Окей, банда, вот так вот выглядит эта сама звезда. Дальше нам нужно нарисовать сам круг. Так, это будет как-то так сюда вестись. Это, банда, наверное, самое опасное, что мы только делаем. Потому что, блин, возродить мертвеца, это же просто жесть. Окей, банда, как-то так. Пентаграмма готова, вы только посмотрите, это же просто жесть. Вот такой пентаграмма выглядит с моей стороны не так уж сильно и устрашающе. Поэтому сейчас мы будем докрашивать дальше, банда. Нужно эту пентаграмму добавить немного кровавого цвета, какого-то красного. Думаю, это будет устрашающе, еще выглядит, это нам поможет. Банда, вы не поверите, но всего лишь один звонок, и мы находим барыгу из нашего города, который продает донорскую кровь. Это просто жесть. Мы нашли самую настоящую кровь из мазлей пентаграмму. Это просто в голове не укладывается, банда, что мы находим настоящую кровь. 3 часа ночи у барыги. Покупаем ее за просто нереальные деньги. И делаем все, что нам нужно. Это просто жесть. Дальше на эту пентаграмму еще нужно поставить свечи. 5 свечей нужно поставить со всех сторон углов. Окей, банда, у нас здесь 5 свечек. Вот с помощью их мы можем все сделать. Дальше эти 5 свечей нам нужно поставить по углам. Первая свечка, дальше ставим второй в другой угол.
Да, где-то сюда. Окей, Суприбот, у нас были небольшие проблемы с свечами, потому что они не вставали, мы их немного подрезали. Вот так вот теперь все это выглядит. Господи, Банда, ведь мы сейчас реально будем оживлять мертвеца. Точнее, возрождать его, чтобы он возродился уже будучи маленьким младенцем. Маленького цыпленка. Это просто жесть, Банда, мне все еще в это не верится, что мы сейчас это делаем. Окей, Банда, если вдруг не верите, то вот смотрите, здесь все еще лежит это перья. В середине пентаграммы, где есть свечи. Дальше, Банда, нам нужно почистить все эти свечи и произнести заклинание. Это самое глупое, что мы только делали, самое опасное. Но мы это делаем. Окей, Банда, берем, поджигаем свет, и сейчас тут будет уже выглядеть очень страшно. Хотя Банда, оно уже и так выглядит страшно, потому что здесь самая настоящая человеческая кровь. Черт, это просто жесть! Посмотрите на это! Это реально выглядит страшно! На белом полотне просто настоящая человеческая кровь и эти свечки. Это просто жесть, Банда. Если кто-то обычный зайдет, то не знает, что мы здесь делаем. Он, наверное, просто потеряет сознание. Это просто жесть, Банда. Дальше у нас еще две серьги некроманта. И нужно куда-то сюда положить. Одну серьгу я положу сюда, где-то в этот край, а вторую сюда. В принципе, этих серг некроманта должны нам чтобы возродить маленькое существо. Если бы Банда мы возрождали человека, у нас бы точно этого не хватило. Потому что, наверное, чтобы возродить человека, нам нужно сколько всего сделать. Это просто в голове не укладывается. Наверное, нужно кольца, все серьги, просто все цепи некроманта, чтобы возродить человека. Окей, Банда, мне просто не верится, что мы все это делаем. Это самое глупое, что мы только делали. Подними, покажи, что там лежит перья. Посмотрите, Банда, все честно. Мы реально будем пробовать возродить маленького птенчика. Окей, Банда, тем не менее, пока мы все это делаем, на часах уже 3:31. Уже осталось всего лишь полчаса до 4. Нужно за эти полчаса все успеть сделать. Надеюсь, на все получится. Окей, тогда мы, значит, берем, выключаем свет. О, стало намного темнее. Думаю, гирлянды и, в принципе, солдосы можем оставить. Потому что вот это не главный свет, который нам будет мешать. Мы выключили главный свет, теперь можем продолжать дальше все делать. Как твои эмоции? Что ты думаешь насчет всего этого? Страшно. Да, мы такого еще никогда не делали, потому что реально мы будем сейчас возрождать настоящего птенчика. Да, просто вдумайтесь, Банда, если вдруг у нас то получится. Я все еще это не верю, но просто вдумайтесь. О, черт, посмотрите, как эта свеча горит. Что ж, Банда, думаю, пришло время возрождать этого маленького птенчика. Поставьте лайк, потому что это самое тупое, что вы делали, и самое опасное, но самое грандиозное. Окей, Банда, пришло время уже это начинать. Ты готова? Да. О, черт, окей. Окей, а заклинание, Банда, звучит так. Проклятие смерти, я и оживлю тебя, дитя. Это просто жесть, Банда, вы только вдумайтесь в это. Окей, Банда, пришло время делать сделку с дьяволом. Самым настоящим делом, потому что без дьявола это точно не делается. Посмотрите, здесь есть перья, все как и есть, так что мы ничего сюда не подлаживали. Тебе тоже, наверное, нужно взяться как-то. Окей, Банда, пришло время произносить заклинание. Сниму проклятие смерти, я и оживлю тебя, дитя. Сниму проклятие смерти, я и оживлю тебя, дитя. Сниму проклятие смерти, я и оживлю тебя, дитя. Окей, не знаю, ли у нас получилось, но мы, Банда, сделали все, что нужно было. Теперь не знаю, ничего не происходит, нужно открывать раньше времени. Окей, Банда, на ваших глазах сейчас открываю. Ты слышала? Там как будто что-то упало. Черт, Банда, это просто жесть, мне в это прям не верится. Там реально как будто что-то упало, я думаю, на камере было слышно. Что, свернемся к начальной стадии, держи. Окей, Банда, пришло время к финалу. Пришло время теперь открывать это. Фух, не знаю, как у нас получилось, потому что мы сделали все, что от нас требовалось. Мы нарисовали огромную пентаграмму. Мы даже нашли самую настоящую человеческую кровь, что просто было невозможно. Окей, также мы поставили свечи, пожигли их и произнесли то самое заклинание, которое нам нужно было сделать. Пришло время теперь открывать. Ты слышала? Да. Раз. Два, три. Ты видишь? Да. Ты видишь то самое, что и я? В смысле? Какой получается, маленький. Что у нас получилось? Что? Как? Нет. Я не верил в это, Банда, я клянусь, я в это не верю, что у нас реально получится оживить. Точнее, возродить, посмотрите, настоящий птенчик. Офигеть. Малыш. Эй. Ты как? Ты жив? Господи, Банда, у нас получилось! Мне прям в голове это сейчас не укладывается, у нас получилось возродить мертвеца! Мы просто взяли настоящий пух, настоящие перья из подушки, и у нас получилось это! Это просто жесть, Банда! Нужно его как-то забрать и вынести на улицу. Окей, Банда, это просто жесть, у меня прям в голове это не укладывается. Мы реально смогли возродить из простых перьев, настоящих перьев, настоящей курицы. Мы смогли возродить мертвеца с помощью этих двух серг некроманта. Интересно, Банда, что если у нас будет намного больше, чем просто две серги некроманта? У нас будут и кольца, и всякие цепочки некроманта. Мы, наверное, тогда вообще сможем не просто возродить, а оживить мертвеца. Это просто жесть, Банда, мне прям это не верится. Просто в голове это не укладывается, согласитесь, Банда. Думаю, из-за этого вы уже можете поставить свой царский лайк. Если это будет близ 10 тысяч лайков, то я пробую найти еще что-то некромант и сделать еще что-то интересное. Окей, Банда, сейчас уже 3 часа ночи, почти 4 утра. Естественно, сейчас мы не будем выпускать твоего птенчика, мы выпустим его утром. Так что, Банда, ждем утро и выпускаем птенчика. Погнали! Окей, Банда, мы дождались утра. 5 утра сейчас, как видите, здесь не очень светло. Окей, Банда, вот так выглядит маленький птенчик. Он реально жив, мне прям это не верится. Пускаем на волю, потому что я, естественно, не знаю, что с ним делать. Эй, беги! Беги! Спасайся! Окей, Банда, здесь он просто уйдет и все. О, глянь, он делает свои первые шаги. Он уже ест.
И это просто жесть, банда, у меня реально это не укладывается в голове. Мы реально возродили мертвеца. Из ничего просто реально возродили мертвеца. Если честно, наш шанс был 50-50. Я не уверен, что у нас получится возродить мертвеца, потому что у нас всего лишь были перья. А как говорилось в книгах, мертвеца нужно оживлять только из его трупа. Мы не можем снимать трупы, именно поэтому мы решили воспользоваться таким способом. И это был самый тупой способ, но он рабочий. Мы реально смогли возродить из простого перья. Это просто жесть, банда. Окей, бро, а если вдруг ты хочешь вступить в мою супер-банду, в лучшую банду на ютубе, то всего лишь тебе нужно подписаться на мой канал, ведь перед время супер-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супер-банде. Эй, бро, вот-вот-вот-вот, комменты с прошлого видео. Господи, какие-то шикарнейшие комментарии. Просто обнимаю все по-братски, комменты, банда. А, бро, если вдруг ты хочешь посмотреть следующее видео, то всего лишь тебе нужно нажать на колокольчик и оставить в комментарии. Все, бро, в следующем видео. Вот так вот просто бить ко мне видео, лайк, колокольчик, комменты на следующее видео. Так что, бро, дерзай, опускайся ниже, оставляй свой комментарий, жми лайк, колокольчик. А, бро, знаешь, что не забываешь про мой инстаграм и ВК, где будет просто шикарнейшие фотографии. Бро, знаешь, что оставайся такими шикарными. Пока!